Вот он сидит, спрятался. Не могу поймать его. Налил ему попить, сено есть. Ну там буду думать, как его ловить. Потому что стоят тут маточники у меня внизу. Он за ними прячется. Все, не вылазит. Вот убежал. Собрал яички. Сейчас покажу вам. Ранее видео я вам показывал эксперимент над курочками. Яйца были такие большие. Сейчас кормим другими кормами. Ну, маленькие яйца. То есть вот такие вот. 7 штучек. Все, кролики сидят, отдыхают. Эти все бегают. Тут просто самцы и самки вместе. Вот они гоняют их. Вон, видите, вон он. Можешь попробовать домик развернуть, и он туда залезет, я закрою дыру. А сверху их вон как много. Так, ну чё, где ты вылазь? Бегает, видно его там. Ладно, сейчас попробую домик перевернуть, если чё, так он. Потом подумаю, как его поймать. Все равно надо ловить. В общем, поймал я его, вот он сразу водичку пьет. Маточники все раздвинул. Долго я тут гонялся за ним в углу. Зажал веником и на себя выгнал. Вот он сразу воду пьет. Ух, ну и погонял он меня. Как-то сам он клетку, или я вчера не закрыл, выбежал. Ладно, хоть один выбежал. А так, если бы все, я бы тут, наверное, целый день бы их гонял, ловил. Так что вот такие вот дела. Видите, он все уши навострили.